Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвижинська, 32. Та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm. Thank you.
Thank you.
Раз, 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 раз. Так, это была композиция «Пора взрослеть». Зачем? Зачем, да. Соло на гитаре Сергей Лях. Следующая композиция тоже с хорошим названием, называется «Ритм пати». И написал ее непосредственно Сергей. Да, ну сейчас услышим, что там будет. Спасибо. Thank you.
Thank you.
Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвижинська, 32, та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm. Thank you.
Thank you.
так как большинство из нас из Херсона, мы живем в Киеве, и я написал песню и посвятил ее родному городу. Называется она «Summertime in Kherson». Спасибо. Thank you.
Thank you.
Прозвучала композиция Сергея Ляха, авторская. И в завершении, в первую очередь, хочу сказать спасибо вам большое за то, что пришли. Спасибо организаторам. Да, очень клевая у вас аппаратура, очень клевая комната. И последняя композиция у нас называется «Ли». Всем спасибо. Надеюсь, до новых встреч. И будем вас радовать и дальше.
Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвиженська, 32. Та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm.